Не, ну мне очень нравится моя, конечно, фигура. Правда, мне не нравится, что у меня толстые ребра, как будто мне тут не убрали жир. Но я очень надеюсь, что это отек. Я не хочу второй раз идти делать. Потому что мне сказали, ой, на ребрах не надо много упирать, некрасиво будет. Блять, ну они толстые. У меня прям ребра толстые. Такие, конечно, интересные люди начинают мне писать, ой, Милена, ты борщишь. Борщишь с операциями, все у тебя нормально. Но, наверное, я, блядь, лучше знаю, какой эффект после операции я хочу. И если вот тут у меня живот стал худым, а тут у меня вот видите, я тут взяться не могу, а тут у меня вот кусок, а тут я так взяться не могу, то, наверное, блядь, мне тут жир не убрали, и, наверное, я могу быть недовольна. Опустила специально все, вот, я не могу схватиться тут. Видите? Вот, маленькая жировая прослойка, а вот тут огромная. И мне сказали, ой, мы немножко тебе только убрали на ребрах. Так, блядь, если вы тут убрали, у меня теперь вот тут вот кусок жира. Но я надеюсь, что это все-таки, ну, типа, отек. Очень сильно надеюсь. Я заплатила немаленькие деньги, и я изначально сказала, что я хочу. Я хочу круговую липосакцию живота и спины. На спине у меня убрали жир только на пояснице, хотя я...